Что ж, давайте поговорим о дружбе. Вот как вы можете понять, кто ваш друг. Первое. Вы рассказываете им плохие новости. Они слушают вас и не говорят вам о том, какой вы идиот и почему это с вами постоянно происходит. Или как с ними произошло нечто похуже вашего, и в конце сводят разговор на нет. Вы как бы можете рассказать им плохие новости, и они выслушают. И это хорошо, хоть и будет странным. Но если поделитесь хорошим, и их это обрадует, вот это отличный способ понять, кто должен быть рядом с вами. Потому что если у вас есть кто-то, и происходит что-то прекрасное, и вы боитесь даже осознать, потому что, о боже, с вами произошло что-то хорошее, а это значит, что в конце у вас должны это отнять, и вы с осторожностью открываетесь кому-то, делитесь хорошими новостями, а вас в конце бьют под дых и говорят о том, как с ними произошло и покруче 3 года назад, или еще хуже, что они слышали, как с кем-то это произошло покруче 3 года назад. Так что сразу отсекайте таких людей, они вам не помогут. Они даже себе не помогут. Вам нужно окружить себя людьми, которые видят в вас лишь лучшие ваши стороны. Вы можете окружить себя неудачниками и лузерами, которые будут тянуть вас вниз, и просто принять факт, что катитесь по наклонной. А причина в том, что вы не хотите нести никакой ответственности. Вы вместе можете ныть о том, как несправедлива жизнь, и это реально заманчиво. Но я вам скажу, что это не лучший жизненный план. А наоборот, приемлемо и желательно окружить себя людьми, которые будут способствовать вашему развитию. Да, вы можете сказать, у меня есть друзья, я хорошо их знаю. Да, они не особо справляются и не попадают в эту категорию развивающих меня друзей. Тогда в чем же смысл? Что же мне с ними делать теперь? Если они будут прислушиваться к вам, и вы вместе будете идти к светлому будущему, супер! Если же они не реагируют на вас и делают одинаковые ошибки снова и снова и никуда не двигаются, тогда, возможно, лучше всего сказать: «У нас с тобой разные пути. Я пойду своей дорогой, и, возможно, когда-то ты проснешься и скажешь, что мой выбор был лучше». Потому что если просто смириться с этим, они называют это право выбора, вы миритесь с их поведением, даете на это молчаливое согласие и даже молчаливое одобрение, это плохая идея. Я бы даже сказал, вы должны дать себе обязательство окружить себя людьми, которые помогают вам становиться лучше.